Уникальное предложение сегодняшнего дня. Настоящая сенсация. Когда в прошлый раз мы представили вам аналогичный костюм, он разлетелся за один день в количестве более 5000. И для первой покупки его выбрали более 800 наших зрителей. Сегодня костюм Кэтрин является абсолютным бестселлером. Посмотрите, какая цена. 999 рублей. Вы экономите 71%. Выбирайте светло-розовый или ментоловый. Но когда на экране появляется звездный стилист Николай Комендров, цены падают. Тогда цены падают, сердце начинает биться чаще, и мы предвкушаем начало новой жизни. Привет! Здравствуйте, мои дорогие! Привет, Анжелика! Да, у нас приятная новость, мы снижаем цены, и давайте же сегодня выбирать для себя костюмы. Тем более, можно его выбрать в двух цветах. Мятный с черными палами и можно розовый с черными палами. Что в нем особенного? Почему он так популярен? Почему аналогичный костюм более 5000 за несколько эфиров, и он был распродан? Кстати, как выбрать размер от 46 до 58? Мы выбираем с вами четко на размер больше. То есть линейка начнется от 44 и закончится у нас на 56 размере. Мы с вами этот костюм полюбили за то, что это польское производство, а мы всегда с вами с советского времени ценили именно польское качество. Ну и, безусловно, его сильно отличает от любого другого костюма из тысячи. Не только элегантный дизайн с красивым таким элементом cold shoulder, да, то есть это холодное плечо, но и, безусловно, конечно же, присутствие такой модификации, как футера в брюках и кулирки в качестве блузы. То есть правильная пропорция тонкости и толщины тканей в каждом изделии. 999 рублей цена. Вот она, ваша первая покупка. Посмотрите, какой эффектный топ. И цена его менее 500 рублей. А посмотрите, какие классные брюки с лампасами. Цена их менее 500 рублей. Опять же, от 46 до 58 размерный ряд, но выбирайте на размер больше. Участвуйте в лестнице скидок. От 4000 5%, от 6000 10%, от 12000 15% дополнительная скидка. Бесплатная доставка при заказе от 4990 рублей. Количество костюмов Кэтрин ограничено. Звоните нам по бесплатному номеру, который видите в левом нижнем углу вашего экрана. Ты, Микола, рассказал, что здесь разные фактуры, но мы видим, да, что и разный цвет. Здесь ментоловый, серый меланж и черный, а в варианте с розовым вместо ментолового светло-розовый. Ну и что же это за материал? И как здесь вы у нас с вами кулирка. Это материал более тонкий, привычный для нас именно в футболках. У каждого в шкафу хоть одно изделие именно из кулирки существует. Обычная классическая хлопковая футболка. А вот в брюках присутствует у нас с вами футер. Это тоже хлопковое полотно в составе около 70-80 его процентов, но футер отличается от кулирки тем, что внутри у него поверхность более пористая и ребристая. Напоминает вот такие вот крестообразные или плетения в виде стежки, которые дают возможность ему быть более плотным, но при этом хорошо конденсировать влагу и проницаемость. Смотри, два цвета сейчас одинаково популярны. И ментоловый, и светло-розовый. Здесь несколько фактур, несколько, да, вариантов цвета. Но как же ухаживать за таким костюмом? Ведь хочется, чтобы он прослужил нам долго-долго-долго. Много-много лет. Не просто скажем, а даже покажем. Я делала специальный тест, когда мне выдали это изделие. Мне хотелось действительно убедиться в том, что красители не смешаются после стирки, чтобы не было у вас сюрпризов. Берем колбу с горячей водой и с порошком, имитируем стирку. То есть кладем в порошок, смотрим реакцию красителя на порошок и, конечно, реакцию самой ткани на контакт с водой. Обратите внимание, черный цвет не полинял на розовый и, конечно же, не пошли пятнами все эти три цвета. Тканное полотно при трение остается без растяжки, сохраняет в себе влагу. После того, как мы его замачиваем в холодной воде, краска не начинает поступать в саму воду. То есть это говорит о красителе, о качестве ткани, то, что здесь везде я поставлю десятки. Такого еще не было. 71% сэкономят те, кто успеет выбрать костюм Кэтрин. Звоните нам по бесплатному номеру, который видите в левом нижнем углу вашего экрана. Практично, спортивно. Это спортивный шик. Эффектно. Посмотрите, какой топ. Он имитирует словно майку и блузу поверх него. Выбирайте на размер больше. Решайте, ментоловый или розовый, а может быть и тот, и другой. Цена всего 999 рублей. Высочайшего качества трикотаж от польского бренда Jewel, который, кстати, использует европейские ткани, а на импортном оборудовании в России производит эффектные коллекции. Мы о чем говорим сегодня? О комфорте. И поэтому комфорт сегодня современные модницы ставят во главу угла. Это самый главный приоритет. Когда
вы дома, когда вы на прогулке, когда вы в непринужденной обстановке, когда вы занимаетесь спортом, йогой или просто смотрите телеканал Шопен Шоу, наденьте костюм Кэтрин и поймите, что с вашей нежной кожей соприкасается экологичный, безопасный, гипоаллергенный хлопок. Да, причем здесь 70% его в составе и 30% занимает полиэфир. Полиэфир как раз-таки дает возможность материалу быть более растяжимым и усиливает его эффект. Преимущество хлопка – это проницаемость 40%. Он принимает в себя влагу и растягивается в воде. Но при состоянии высыхания на 15% имеет износостойкость. И одно из главных преимуществ хлопка – в течение контакта с отпаривателем или утюгом он сохраняет как в памяти то движение, которое вы ему заложили. У нас необыкновенный ажиотаж, потому что костюм Кэтрин за 999 рублей хотят сейчас все заказать. И будьте готовы к тому, что цена-то действует только сегодня. Но, внимание, или пока костюм Кэтрин есть в наличии, выбирайте его сразу на размер больше. То есть размер ряд у нас от 44 до 56. Те, кто вот звонят Миколе и говорят, а почему нет 44 размера? Вот, пожалуйста, для вас 44 размер. 71%. Понимаете? 29% от цены остается. 999 рублей. Итак, Микола, давай подведем итог. Эффектный, практичный, функциональный, для каждого случая, когда мы отдыхаем. Что еще? А можно вот брюки отдельно, топ отдельно? Да, безусловно, можно носить их вместе, можно сделать раздельно, а можно носить вместе и еще добавить дополнительные два изделия. У нас есть с вами в сегодняшнем эфире также две водолазки от не менее интересного бренда, который является таким королем трикотажа. Здесь Лавира. У нас с вами от бренда Лавира два бадлона. Я выбираю черный и мятный цвет, 80% вискозы и 5% лайкры. Для чего мы будем использовать? Каждый из них цвет хорошо сочетается с лампасами брюк. Будем носить так. А иногда мы можем из холодного, точнее теплого режима, пододевая водолазку вовнутрь, делать более удлиненную конструкцию. 999 рублей цена. Вы меня поняли. Сегодня. Ментоловый или розовый? Практично, стильно, удобно.